Привет, друзья, товарищи. С вами компания Boston Technic. Меня по-прежнему зовут Андрей Ц. Вот. Сегодня на обзоре представляю вам жатку наш 1273 четверка. Вот. Сейчас покажу шильчик наглядно. Какого года выпуска. Вот. Пятый месяц, 15-й год. Вот. Жатка для уборки подсолнечника. Вот, сейчас покажу. Состояние бруса. Ровное. В хорошем состоянии. Использовалось не очень много. Цепи все сняты, законсервированы. Лежат на складе. Вот следы недавнего ТО. Вот, при покупке жатки будет все поставлено на место, естественно. Вот, первоначальный свой вид, состояние шнека. Посмотрите. Чуть подкрасить, все в порядке. Не гнутый, не ржавый. Вот, отлично, здесь все в порядке. Видите, штуки работают. Все, ножи на месте. Сейчас покажу, там как раз открытый корпус. Вот, сейчас покажу. Цепи также все сняты. Консервированы на складе. Вот я покажу, что их нет. Вот, они присутствуют на складе. Все по номерам. Лежат в своих коробочках. Вот, ножи все присутствуют. Ножи в хорошем умеренном состоянии. Вот, поэтому смотрите. Состояние пружины. Вообще отличное. Вот. Замечательно. Здесь. Вот состояние шнека. Замечательно. С этой стороны. Также шестерни все на месте. Шкифы все в порядке. Вот, цепи будут устанавливаться. Вот, тут состояние прицепного. Приспособление тоже, смотрите, вот, все в порядке. Таких жаток 3 штуки, вот они стоят. Ну, так что можете обращаться, покупать эти многие жатки. У нас можете посмотреть в нашем кабинете Авито, звоните, консультируйтесь, приезжайте, запрашивайте дополнительные видео, фотографии, приезжайте, покупайте. Компания Boston Technic.